Начинаем играть в Tower Battles. Tower Battles. My Planet Tree Art. Игра немножко поменялась, раньше она была другой. Так, звук отрегулирую. Вот так вот. Так, какие у меня башни есть? У меня почти все башни есть. Осталось купить несколько башен. У нас вот эта самая крутая башня Золотой Командо. Чтобы его купить, нужно сначала получить 250 кубков, потом будет возможность его купить. Не знаю, сколько он стоит. Вот золотого скаута я уже купил. И я пока не могу оценить его преимущество. Самое сильное — это Z. Самое сильное — Z. Оп, кто-то играет. Нубик. Все нубики. Профессионалов очень мало в этой игре. Все какие-то сыграли 100 раз и вышли навсегда. Подолгу не задерживаются. Ну, в Роблоксе много игр. Понятно. В одной игре сложно задержаться. Музыка из игры Робокрафт. Есть игра Робокрафт, оттуда музыка. Чтобы выбрать, наверное, вот это и выберу. Ночная карта. Да, ночную выбрали все-таки. Улучшение. Успел. Оп, плюс $100 получил за своевременный апгрейд. Так, с кем я играю? С нубиками. Трое на трое. О, один премиум. Противник. Ну и что, купите что-нибудь, ребята. Ага, купили что-то. Ну, я куплю, конечно, гараж сейчас. Патрульную машину. Оп, купил патруль. Его этих я убил. Правда, не всех. О, проехал. Проехала машина. Не просто будет здесь играть с нубиками. Успел. Сколько? 60. Да, успел улучшить. Я улучшил машину. Машина стала крепче. Теперь надо купить еще одну ферму. Построить. Улучшу ее. И, наверное, больше деньги. Фермы денежные я
строить не буду. Надо будет так обойтись. Потому что другие участники моей команды слабоваты. Моя задача только дотянуть. А там что, есть ферма? А, ферма есть. У них ферм нету, значит, у меня преимущество есть. Ой, а что-нибудь построить? Так, постройка, я еще гараж. Ну, это будет... Это извиняюсь за то, что плохо играет. Как ему написать сообщение? Хочу написать ему сообщение, не могу. Так, это я улучшу. Вот, я ему написал, нет проблем. Так, это я улучшил, это я улучшил. Ну и все. Чтобы продержаться, этого хватит, наверное. Этого потока денег. Плюс 200 каждый раунд будет. Вот, деньги появились. Ну, до 19 волны никто не дотянет. Моя задача дотянуть мою команду до 19 волны. Или до 18 волны. Можешь поставить золотого, испытать его, золотого скаута. Он слабоватый. Я не могу оценить, силен он или нет, не могу понять. Вот денег стоит он. Дорогой очень. О, казарму поставил, барак поставили эти товарищи. Так, 607. А еще прокачаю деньги, я буду богатым. Так, а там что происходит? Что там у них? А ферм нету, ну это главное. Если у них нет ферм, они проиграли. Это барак. Не, они проиграли. Экономического подъема нет без ферм. Три машины у меня, три патруля.
прошел. Он прошел. 8, 7, 6, 5, 4. Прошел. А, ничего страшного. Нет, не прошел. Сколько стоит? 1200. И это 1200. Стреляющий танк, стреляющая машинка, стреляющий патруль. Поехал. О, этот поедет сейчас. Патруль. Все, невидимки не пройдут. Один патруль прошел. Поехал. А, сейчас гигант пойдет. Босс. 17 уровня. Самый сильный. 1500 здоровья или 1600? 1600 здоровья у него. Очень сильно. Главное его убить. От него. Так, патруль поехал следующий. Теперь надо улучшить этого золотого скаута. Успеть. Так. Да, конечно. Если он пройдет, мы проиграем. Гарантированно. Если он... Угу. Вот этого скаута я улучшил. Вот и насколько он полезен окажется. Двенадцать урона за выстрел. Ну все. Этот босс не проходит. Поставлю диджей, может... Нет, диджей не надо. Все, убили. Поставлю-ка я диджея. Чтобы поднимал боевой дух. Все, у них, видимо, босс прошел. Вот такая победа. Просто
Наверное, у них прошел босс, я уж не знаю. Не посмотрел. Чайник скипел, я получил 100 монет, 100 кредитов и один кубок. 1580 кредитов у меня есть и 227 кубков. Осталось 23 кубка, чтобы получить золотого команда. Так, нубик, ну о, это уже сильный игрок. Без фермы. Ну как без фермы можно играть? Это с фермой. Сейчас еще двое присоединятся. Нубик. У него гренадир и скаут. Кофейнара. О, сильный игрок без фермы. Зря вы без фермы. Ферма – это основа игры. Чего так музыка? Так, какую карту выбрать? Ну, пусть будет военная база. Сначала экономика. Плюс 100 кредитов, плюс 100 долларов не помешает. Оп, 100 долларов получил. За просто так. О! Мои союзники. Ох! А, мы втроем. Трое на трое играем. Теперь я буду много-много ферм ставить, потому что обороняться незачем. Мои союзники ставят оборону, значит, я могу экономику развивать. Так, 100 долларов накоплю. 300 долларов. Накопил. Ставлю скорее. Опять чуть-чуть не хватило. А до появления невидимок мне нужно экономику развивать. Потом мне невидимки пойдут. Надо ставить уже патруль. Ставлю еще ферму. Сейчас я ее улучшу. 250. Оп. Есть. Скучное начало. Boring. Start. Start. Там что происходит? Так, что-то надо построить, что-то надо. Эй, отвлекся. Скорее, скорее. О, проходит. Проходит. Значит, мне нужно уже ставить оборону какую-нибудь.
патруль. Ставлю патруль. Выбора нет. Не поставлю патруль. Пройдут зомби. Зомбаки пройдут, если я не поставлю патруль. О! Отразили. Развиваю экономику дальше. О! Барак появился. Солдатики воюют. Я пока экономику развиваю. Где барак стоит? Я не вижу барака. А вот он. Вот он барак. Может им устроить уже ад нашим соперникам? У них ферм нету. Оборона слабая. Они обречены вот. У них есть барак, да? Нет, патруль. Это патруль. Ничего у них нет. Они не смогут обороняться. Но отправлю я им босса. Сначала улучшу патруль один раз. Еще раз. Барак. Барака уходит. Солдатики. Стреляют жестко. Так, ну что же, отправлю я босса. Босса. Да ни одного. Много. Звонят. Мне звонят. Алло. Алло. Непонятно, что звонит, непонятно зачем. Предлагаю все что-то. Товары свои, услуги. Так, еще босса надо отправить. Так, ну у меня все хорошо с обороной. А вот у них так, надо понаблюдать просто, как проиграет команда соперников. Мои боссы. Гранатами, на. Еще босс. Еще вот этим двое. Еще. А, невидимых я не буду отправить. Или отправить. Да. Пусть будут боссы. Прошли, наверное. А тут что? Ой, это не моя ферма. Не мои фермы. Ой. Так, дело дрянь. Дело дрянь. Так, а там как дела? Прошли боссы? А, прошли. Боссы проходят. Мне главное этих пройти. Оу!
Так я проиграть могу. Со своим преимуществом. Еще. Не хватает. А, все нормально. Все, там боссы прошли. Которых я натравил. О, я тут подниму. Так, а тут что? Чего? Отправлю еще босса. Еще босс, еще босс. Еще вот эти. Потом вот этот. Все, прошли. Прошли. Мои посланцы. А у меня что? А у меня как дела обстоят? У меня все хорошо. Победа! Ура! Мы победили! Так, что выбрать? Так, ну, наверное, Borderlands. Большущая карта. На дерево запрыгнуть невозможно. А вот тут прячется человечек. Здесь, в маске. Человечек в маске. Скорее, ферму ставлю. 6 секунд, 5 секунд, 4 секунды. Оп, все, плюс 100 долларов получаю. Каждый раунд. Плюс 100 долларов. Так, кто стреляет-то, я не вижу. Это не у нас стреляют. Это не у нас стреляют. Это у них стреляют. А мне нужно ставить, получается, патруль. Ну ладно, поставлю патруль. Что же делать? Оп, патруль стоит. А эти копят, мои товарищи. Сколько нас трое? Трое на трое. Ой! Прошел один. Ну что же делать? Пройдет. Ничего страшного. Сейчас мне этого улучшить. Патруль улучшить надо. Оп, есть, улучшил. Теперь эти не пройдут, эти все сдохнут. О, поехал. А-а-а, прошли некоторые.
И эти прошли. Ой, дело плохо. Надо еще потом ставить. Дело плохо. О, не хватает. Так, я проиграю. А, улучшить можно. Динамит. Ой. Машина со взрывчаткой меня. Теперь. Ну все. Удержал я оборону. Когда уже накопят мои товарищи на то, что они хотят уже построить? Какие-то фермы у них есть. У всех ферма, все копят деньги. Опа. Так, надо еще патруль ставить. О. Еще патруль поехал. О, сильная взрывчатка. О, слабое оружие-то. Мортар. Ну, это на это он копил. На мортар свой. Ладно, поставлю еще одну ферму. Ну и сколько урон? Какой урон? 8. Нет, 12. Урон 12. Нет, меньше. Урон 4 по площади. Урон по площади. Да, мне надо еще. Еще машину улучшить. О, команда появилась. Команда. Ну, я надеялся, что что-то такое появится. Ну, теперь я буду ферму ставить. Ферму ставить. Пока есть передышка. Так, два джипа у меня катаются. О, без взрывчатки. Да и ладно. Команда будет чем заняться. О, ферму надо поставить. О, скорей, скорей. Успел. Ферму. О, плюс 4, а плюс 500 получил за фермой. О, мотор по невидимкам не стреляет. Команда по невидимкам тоже не стреляет. Ой,
строить. Улучшать надо. Последняя волна, на которой можно строить. Дальше строить нельзя. Экономику. Надо готовиться к появлению босса сильного. 14 волна последняя. Все, больше не строю фермы. Теперь нужно развивать оборону. А может я накоплю на Z? На Z накоплю. Попробуем накопить на Z. И опять ферм. Раз, два, три. Сколько ферм? Раз, два, три, четыре, пять ферм. 5650 долларов надо заработать. О, команда третьего уровня уже. Диджей тоже поставил. О, как просто диджей есть. Oh my gosh! Диджей вечно крутая. Проиграли, если так все будет. О, я проиграл. Здесь он ушел. У меня два. Две стреляющие машины. Два джипа Больше стало.
Сейчас поставлю Z. Okay. Потом будет спамить. Сейчас, а потом ставить его и наблюдать. Все. Вот я ушел. Пойду спалить. Класс. Опа. Побежал я смотреть, как мои боссы невидимки отправлены. Захватывай сразу. Понятно. Понятно. Вот невидимка. Проходный. Ооо. Подолу пройдут. Что там здесь? Понаблюдаю. Они после невидимки. Огненные даже проходят. Ой, это опасный чувак. Бурый. Я соображаю. Да, все, кранты. Прошли все причем. Файер не стреляет в невидимка, стреляет. Файер стреляет в невидимок, но не толку. О, огненный, огненный пошли. О, я могу проиграть так. Все, прошел невидимка. Огненный идет первым. Так, я не проиграл. Вот и хорошо. Да, напряженный момент. А там серпантин победителей. Плюс один кубок.
сделаю мой кофе. Ой, кино что ли посмотри. Коломбо скачал. 22-й эпизод. Третий сезон. Так, еще разок сыграть. Пока кофе горячий. Пиздюк. 0-1. 89 кубков. Фермы есть. Ну, неплохой игрок. Данил. Нубик, но фермы есть. Главное, это ферма. Если у тебя есть ферма, то ты можешь завалить мастера, победить против любого профессионала. Спамом. Кажется, это песенка от Дженнифер Лопес. Так, это кто? Нубик. О, Зет есть. Купил, наверное. За реальные деньги. Тут же все можно покупать за реальные деньги. Чтобы долго не играть, можно за реальные деньги купить. За реальные деньги. Ну-ка, Ака Рафале. О, Нубик. Так, играем трое против троих. Выбор карты. Ну, 47 минут записываю видео. Ну, выбрали самую длинную карту, конечно. С самым длинным путем. Попробуем что-нибудь другое выбрать. Сейчас прогрузится изображение. О, касл. Касл. Ай. Ой. Сейчас я не успею построить ничего. Не успел. Что это все наоборот? О, машинки едут. И чё, какая оборона? Вообще, с кем я играю? Ака. И Таунс. О-о-о. Так, о, дробовик появился. Так, ну что же, поставить ферму, может, еще одну, если дробовик есть. Да, поставлю ферму. Так, а теперь надо ставить уже... А это что? Скворечник. Скворечник. Ну что, поставить гараж? Джип? Ну да, джип надо поставить. А то проиграю. Что-то подлагивает. Это моя ферма. О, это не моя ферма, а еще моя ферма где-то была. А вот еще. Поставил, где попало. Так, надо улучшить его. Патруль. Слабоват патруль. Эти пробегут. Пробегут. 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды. Нет, не прошли. Сейчас машины их всех задавит.
Мой джип всех задавил. Отправляю статус. Что пью кофе. О! Что-то надо сделать сейчас. Какое-то решение надо принять. Где мой гараж? Так, пусть будет. А, статус отправил. В WhatsApp. Тут происходит? Деревья мешают, конечно, смотреть. А, вот этот вот новый юнит. Новая башня. Так, ферму надо поставить уже. Не успел. Надо поставить ферму. В разные концы карты натыкала фермы. Сложно ориентироваться. Новая карта, я на ней еще не играл. Ой, можно ферму улучшить. Так, я подвесил динамит на свою машину. Теперь у меня машина с динамитом, джип мой. Камикадзе. Все, теперь можно зарабатывать деньги. Просто тупо. Оборона пока держится. Хорошо. Что-то их много идет. Четыре урона наносит. Стреляет, конечно, медленно. Медленнее, чем скаут мой золотой. Улучшаю ферму. Пока что. Но этот не пройдет. Босс. Ферму надо еще поставить. О! Босса убили. Так, этих надо завалить. Много их. Ой, ой, улучшать надо. Ой, не успел. Потерял 50 долларов. Ну, еще потрачу деньги на экономический подъем. О, снайпер слышен. Где снайпер стоит? А, вот он, на дереве. А, на холмике. Так, ферму поставить не успею. Не успел. Хе. Успел, зато улучшил. Так, улучшил на ферму, которую только что поставил. Успел. И улучшу еще раз ее. Так, скоро будет 14-я волна, последняя волна, когда можно строить фермы. После 14-й волны нужно готовиться к приходу босса со здоровьем 1600. Он будет в 17-й волне. Ферму. Успел? Так, за 550 куплю сейчас. Оп.
еще где-то 250. А, 250? Нет, 250 где-то надо найти. Мою ферму. А, вот. Это не моя. Ладно, еще одну ферму поставлю. Это не мое, это не мое, это не мое. О, у меня уже 10 башен. Ой, ой, босс проходит, увлекся я. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Еще один босс. Вау. Увлекся я. Так, это мой гараж. А, сейчас всех расстреляет. Сейчас всех расстреляет, все будет хорошо. Теперь оборона. Копить, наверное, надо. На Z. И на Z. Дело плохо. Проходят. Надо ставить еще гараж. А то пройдут. Золотого скаута что-то не хочу ставить, но он, по-моему, неэффективен. Файзер появился. Что-то новое. Файзер купил мне за реальные деньги. Ну ладно, пусть он балуется файзером. Так, может ферму? Ладно, предположим, что босса этого мы отразим. Я тогда поднакоплю деньги для следующей мощной волны. У меня один зубар. А, может поставить диджея? Попробую диджея поставить. Ну как ему? Сладко. О! Да, не сладко. Сейчас диджея поставлю, посмотрим. Поможет ли. Так, диджея ставлю. Достаточно. О, на него распространяется. У файзера огромный урон. На него действует эффект диджея. Будет опять назад.
моё, это не моё. Мои ферма. Вот моя ферма. Так, всё, коплю. Вот это вот всё, коплю. Это у меня. О! Синий пишет ноу! Значит, пошли! Значит, мы выиграли уже. Синий пишет ноу. Ставлю Z. Посмотрим, почему синий кричит ноу. Почему синий кричит ноу? Все хорошо. Надо их подбросить невидимку. Эх, в прошлой игре. Так, улучшаю Z. Ой! Ой! Кажется, я проиграл. Или нет? А, нет. Попробую еще далеко. Z делаю в этой игре. Вот он. Поединки. Все, все убьем. О, босса, как быстро. Убиваем. О, босс, невидимка. Сейчас я отправлю такую волну. Босса, невидимок. Синие, конечно же, проиграют. Главное, чтобы мы красных огненных врагов поразили. Огненные зомби. Страхотная. Занимаю удобную позицию для наблюдения и отправляю боссов невидимок. Страхотных. Быстро бегают. Главное, чтобы я сумел отразить его так. Огненных элементарий. Лайки, лайки. Так, невидимки. Невидимки идут. Ну все, вам привет. Кранты, невидимки проходят. О! Этот невидимка не прошел. Кто что ли не пройдет? Я потратил свои ресурсы и время. Вот там команда. А я правлю еще один. А что? Не, этих не было. Прошел. Да, потратил я ресурсы. Видимо. О-о! Не, проходит, проходит. Слизни там еще. Проходит, проходит. Все хорошо. Все хорошо. Замечательно.
Оп, один. О, два босса пошли. А я еще отправлю. Все, все прошли. Все прошли. Победа. Да, синий кричит. Но, ну что же, учись, играй, тренируйся. Будет тебе, как мне, 41 год, будешь всех обыгрывать. Не хочу заканчивать, но хочется кино посмотреть еще. Так, еще один кубок. Плюс 100 монеток. 100 кредитов получил. Ладно, хватит играть. На сегодня хватит.